Вот здесь у нас была большая комната. Мы здесь проводили время. Дома было очень тепло, не то что на улице. А сейчас у нас ничего нету. Теперь от квартиры Юлии Кузнецовой остались одни воспоминания. Многоквартирный дом снесли неделю назад. За свои квадратные метры семья с маленьким ребенком не получила ничего. При этом на карте дом по-прежнему существует. Вот видите, на карте наш дом есть, Энгельса 12, а по факту его уже нету. А мы там все прописаны. Квартиру Юлия Кузнецова купила в конце прошлого года. Чтобы расплатиться, взяла кредит. По словам женщины, о том, что дом признан аварийным, узнала только от соседей. Хотя, по словам местных, было видно, что строение вот-вот развалится. Да плохое это состояние. Уже все. А что конкретно было? Ну, валился. Валился и там уже все. Да и потом уже начали его поджигать и все. Так что он уже жизни не был. За однокомнатную квартиру семье предложили компенсацию 318 тысяч рублей. Именно такой была стоимость жилья на момент покупки. От денег собственники отказались, говорят, чиновники не учли стоимость ремонта, мебели и техники. Пока доказывали, все остальные жильцы получили компенсацию и съехали, а дом снесли. Теперь несговорчивые собственники ютятся у родственников. От отчаяния мы уже готовы здесь остаться, потому что у нас нет другого выхода. В городской администрации, говорят, пытались договориться, но семья не шла на контакт. Данной семье неоднократно предлагалось жилое помещение из маневренного фонда. Они об этом уведомлялись, несмотря на то, что в собственности собственника имеется иное жилое помещение, которое пригодно для постоянного проживания. Сейчас этот вопрос решается в судебной плоскости. Изначально решение было не в пользу жильцов, однако те подали апелляционную жалобу, только вот дом снесли, не дожидаясь окончательного решения суда. По словам юриста, представляющего интересы семьи, это грубое нарушение закона. В данный момент речь идет о нанесении ей ущерба, потому что оснований для сноса дома у администрации не было. Следовательно, они снесли его незаконно, и поэтому они должны возместить полную стоимость ущерба, причиненного моему клиенту. Собственники не существуют. Квадратных метров верят, что суд встанет на их сторону. В противном случае угрожают поселиться на крыльце Первоуральской мэрии. Николай Палкин, Антон Муханов. События ОТВ.